Я сказал ничего! Со мной ничего не случилось! Айрат, классно, я по Олимпиаде 5 получила. Понятно. А что ты готовишь? Суп будешь кушать? Угу. Хорошо, тогда переодевайся, садись за стол. Дети, кушай! Кайрат! Кайрат! Позови своего брата. Опять подрался? Опять подрался? Почему я об этом не знаю, Кайрат? Я с кем разговариваю? Когда родители были живы, было лучше! Кто там? Смотрите-ка, кто к нам в гости пришел. Зачем ты сюда пришел и как? У вас дверь была открыта, и я пришел за едой. За едой, говоришь? Понятно. А как тебя зовут? Маса. А сколько тебе лет? 8. Такой маленький, а уже вор. Ну, такие времена пошли. А где твои родители и где твой дом? К сожалению, их нету. Я блуждаю по улицам, где я найду крышу, там я остаюсь. А потом меня выгоняют веником. Да он нас убить хочет! Он нас убить хочет! Кайрат, хватит! Он же такой маленький, он этого не мог сделать. Да почему ты всегда во всем видишь только добро? Я же сказала, значит, хватит! Мы в одной лодке, у вас тоже нету родителей. Пойдем. Отойди!
Настало утро, а значит, приготовлю завтрак. Подождите-ка, а где Кайра? В спальне его не было. И в зале тоже. А, наверное, на улице или в туалете. Сестра! Да, Кайра? Кайра! Кайра, ты что с тобой? Кайра! Кайрат, вот я тебе яблоко принес. Когда ты приснешься, я хочу с тобой поиграть. Я дома. Кайрат! Кайрат, что с тобой? Зарина, быстрее сюда! Что случилось? Кайрат! Быстрее иди за лекарством. Оно закончилось. В смысле закончилось? Кайрат! 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 Я знаю микстуру, которая ему поможет. Тогда давай быстрее. Чем интересно?